Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Oblivion. В последней серии мы добрались до имперского города и пришли в порт, чтобы переночевать. Здесь у нас была плавучая таверна. Сейчас мы узнаем, представляете, что мы плаваем. Куда-то мы поплыли. Пошли разбираться, какого хрена. Эй, кто ты? Oblivion, тебя побери. Ты не бандит черной воды, так? Линч, а где Кейн? Вообще не твое дело. Незваные гости — это мое дело. Думаю, вместо того, чтобы запереть тебя на складе вместе с вышибалой, я лучше выброшу твой труп за борт. Ну попробуй. Силен. Так, подожди. Это может плохо кончиться. Сейчас, во время такого боя, я лучше буду пользоваться луком, потому что... Так, я, похоже, не могу во время боя поменять. Ну ладно, побеждаем. Мною убит вор по имени Линч. Видимо, он являлся членом шайки, называющейся «Бандиты Черной Воды». Они завладели плавучей таверной и спустили ее на воду. Похоже, Линч запер вышибал таверны в трюме. Нужно обыскать тело бандита и найти ключи. Хорошо. Но, блин, я не успел ничего продать. У нас почти перегруз уже. Ты посмотри, какой подлец, да? Отлично. Кожаная кераса. Кстати говоря, на нем она неплохо смотрится. Может, она мне подойдет? Мне бы пригодилась такая. Вообще неплохая такая одежда у него. Извини, чувак, тебе это больше не нужно. Так. А ботинки. А, все, ботинки я надел. Ну так хоть какая-то защита, да? Легкие доспехи именно. Так. Понятно, я перегружен. Так. Довольно серьезно это все весит, кстати говоря. Так, хрен с тобой. Останусь при своем. Да нет, не то. Так, рубашка здоровяка. Это. Ну, в принципе, нормально, да? Вот так-то. Хорошо, давайте потихоньку убираться отсюда. Вроде как и мест немного. Блин, драться мне луком, конечно, в таких... Да как так не откроется? Ну ладно. Не для лука, короче говоря, помещение, но что ж поделаешь. Так, это уже покойник усёр, найду мне нужно. Может, что хорошее найду? Не найду. На палубу. Там кто-то определенно есть, да? Что-то просвечивает такое. Хорошо. Ох, сейчас мясо будет. Так, успею его убить, пока новый не придет. Минкс, понимаешь? Пираты. Убит второй из похитителей, темный эльф по имени Минкс. Единственное полезное, что удалось узнать пока. Главаря шайки зовут Селена. Нужно обыскать вещи Минкс, затем выйти на верхнюю палубу и зачистить ее, чтобы Громан смог добраться до штурвала
не подвергаясь опасности. Ты куда пошел? Убери свои руки! Вор, тебе не уйти отсюда! Ты вообще охренел, что ли? Я случайно это сделал. Смотри, я тебя могу и пришлепнуть. Не беси меня. Так, мои стрелы. Ключ от верхней палубы. Золото. И все. Вроде все спокойно. Вороной курьер. Экстренный выпуск. Император и наследник убиты. Совет старейшин принял на себя правление империей. Урель Септим, седьмой, зашедший на престол в возрасте 22 лет, правил империей в течение 65 лет, то есть ему 87. Неизвестные убийцы лишили его жизни. В то же самое время в других уголках империи неизвестными были убиты и все три сына и наследника императора. Наследный принц Гелдал, 56 лет, принц Энман, 55 лет, принц Эббл, 53 года. Расследование мотивов покушения и поиска убийцы начаты. Совет старейшин, имперская стража и орден клинков в интересах следствия запрещают до особого распоряжения публикацию любых слухов и сведений касательно покушения. Согласно давнему прецеденту, совет старейшин взял на себя управление империей, пока не будет коронован новый император. Прямых наследников не осталось, совет пока не выдвинул списка возможных кандидатов. Канцлер Окато, имперский боевой маг, выступая от имени Совета, призвал граждан империи сохранять спокойствие и попросил помолиться за упокой души императора и его сыновей. Ранние годы правления Уриэля были благословлены миром и процветанием. Императрица Каола Вория подарила своему супругу трех здоровых сыновей, была ему верной спутницей и пользовалась широкой популярностью у народа. Однако императору и империи пришлось пережить тяжелые времена имперского симулякра. Когда император Уриэль удерживался в плену в Обливионе, страной правил узурпатор Джагар Тарн, принявший обличие монаха. Император Уриэль в конце концов был вызволен из заточения и восстановлен на троне благодаря волшебнице по имени Рие Сальмейн и ее таинственному помощнику, но к тому времени империя находилась уже в упадке. А императрица, истощенная выпавшими на ее долю испытаниями, удалилась от дел. После реставрации в империи снова наступил мир и процветание, однако постоянные раздоры между государствами северо-запада Тамриэля в итоге привели к началу крупномасштабных войн в заливе Илиак, кульминацией которых было событие, известное как деформация Запада, а результатом – установление современных границ между Даггерфолом, Сентинелем, Вэристом и Орсиниумом. Последние годы правления императора Уриэля были ознаменовались заметным распространением имперского влияния на все провинции и успешным разрешением Варденфелского кризиса и окончанием религиозных войн. Под мудрым руководством короля Хелсета и его матери, королевы Барензии, достижения имперской культуры стали доступны жителям даже отдаленных уголков Моруинда. Убийство императора и трех его сыновей – это ужасное преступление и огромная потеря для всей империи. Боевой маг Окато уверяет, что на поиски убийств брошены все силы Совета Старейшин, Легиона, Стражи, Университета Волшебства и Имперского Военного Колледжа. В то же время мы, простые граждане, также можем почтить память нашего горячо любимого императора, продолжать честно и добросовестно выполнять свои повседневные обязанности, обеспечив жизнедеятельность империи, которую с такой любовью строил покойный император, и которой он так верно служил. Да, император, похоже, был действительно хорошим человеком. Вот еще понаблюдай за мной. Я тут хотел ежевику спереть. И съесть ее по-быстрому, пока никто не видит. Отлично. Я совершенно незаметно запрыгиваю на стол. Ай, запрыгивай давай. Ай, хрен с тобой. Так, ладно. Пора покончить с этими захватчиками. Что-то мне подсказывает, что там сейчас будет сразу два человека.
Так, ключа у нас нет, к сожалению. Зато мы можем своровать пиво, кукурузу и салат. На это у нас инвентаря хватает. Доклад. Катастрофа у Ионита. Так, давайте почитаем. Много страниц нет. О-о-о. Офигеть. Так это мы будем всю серию читать. Давайте лучше тогда на паузу почитаем. Как обычно в таких случаях. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20. Обалдеть. Так, понятно, это нам нужно. Вот так вот. Хорошо, пошли воевать. Я не думаю, что ты нам сильно поможешь, орк. Орк, не умеющий драться. Это, конечно, печально. Что? Ой. Что ты делаешь здесь? Они уже нашли золотой галеон? Я вижу сквозь тебя. Я жду приказов. Приказов? Селена ничего не говорила мне об этом, и я не припомню, чтобы она нанимала кого-то еще помочь нам найти золотой галеон. Когда это было? 3 дня назад. Чертова баба! Она обещала, что мы поделим добычу на 4 части, когда найдем галеон. Она не говорила, что ее придется делить на 5 частей. Так вас двое получается. Она сказала, что когда мы вернемся в Бравил, то поделим добычу, после того, как сдадим эту чертову вещицу барыге. Линч и Минкс знают об этом? Линч и Минкс мертвы? Что ж, раз их больше нет в деле, если я убью тебя, мы с Селеной поделим добычу пополам. Это ограбление мне нравится все больше и больше. Отлично. Вот и поговорили. Так, я чувствую, мне пораньше нарежет, чем я успею ему что-то сделать. Орк помог бы, позорище. Ну ладно, успеваем вроде. Хотя... Отлично. Убит еще один бандит. Громадный Норд по имени Яростный. Он охранял штурвал судна. Он проговорился, что они украли плавучую таверну, чтобы найти так называемый Золотой Галеон. Нужно спуститься к Грамману и известить его, чтобы путь к штурвалу свободен. Так, ну и где-то остался... Предводитель, похоже. Обмануть его не особо получилось. Ну, то есть обмануть получилось, но он все равно решил нас грохнуть. И мы находимся, офигеть где. Стальной длинный меч. Не надо. Мои стрелы. Ключ. Золото. Так, ну что, где-то Селена. Хорошо. Идем сюда, доходяга. Помощь от тебя, как это вши. Отличная работа. Похоже, опасность позади, и я могу встать за рулевое колесо. Но я не сдвину эту посудину с места ни на дюйм, пока Армил не будет в безопасности. Что за бандиты черной воды? Я знаю только, что их было 4. Прежде чем посадить меня сюда, они завязали мне глаза, поэтому я ничего не видел. Селена кто? Мне показалось, я слышал голос женщины имперской расы. Глаза были завязаны, и я ее не видел. Мне ничего больше не известно. Ладно тогда. Стой тут. Будь осторожнее. И главарь, похоже, опасен. Как знать.
Ты ушел? Хорошо. Апельсин. Живика. Почему все время на миску наводится? Живика. Земляника. Ох, сейчас кишканем. Хорошо. Так, апельсин. Закусим его ежевикой. И потом съедим. О, красота. А еще давайте тыкву у вас украдем. И тоже съедим. Съедим кукурузу. Пару томатов. А, томат с апельсином. Вот мы какие. И выпьем. Вот это вот вино. Оно, судя по всему, дорогое. Нужно же мне как-то наградить себя за то, что я проделал только что. У меня аж интеллект повысился. Так, ладно, хлеб не хочу. Давай посмотрим. Откуда ты здесь? Ключ взят у Яростного. Яростного? Я сказала ему, чтобы он охранял штурвал и ни с кем не разговаривал. Кто ты? Я хочу присоединиться к вашей банде. Мы торжественно поклялись никого не принимать в нашу банду. Я точно это помню. Хотя это было... Четыре месяца назад. Неправильно, тупица. Я уже устала от этой игры в угадайку. У меня много дел, и ты стоишь у меня на пути. Сейчас я исправлю это. Дело твое. Давай покончим. Что происходит? Ну ты еще ко мне полезь. Какой же ты идиот, а? Отлично просто. Я хочу ее меч. Да уйди ты, ну. Он у меня здоровье помаленьку отнимает, что ли? Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Мною было принято решение убить Елену. Ну да, мною. Теперь она мертва, и мне нужно поговорить с Ормелом. Че бесишься-то? Случайно попал. Ты как дурак стоял на линии огня. Успокойся уже. Ну, проехали, ну. Твою мать. Ты издеваешься, что ли? Ой, короче, какой ты душный парень. Отойди от меня, дурной. Я не хочу убивать просто. Хорошо, прилег наконец-то. Смотри, какой припадочный. За это я возьму все, что у тебя есть на столе. Кто-нибудь, помогите! Быстрее! Ах ты, вероломный воришка! Как ты смеешь воровать у меня? Ты, я его сейчас точно убью. Он напросится, блин. Так. Чтобы не отобрали. В меня не лезет уже больше, что ли? Ну ладно. Так, что еще мы тут набрали? Сейчас просто, если они начнут это свое дело делать, то придется стучать. Ой, хотя с орком, блин, может загрузиться. Нехорошо получилось. Ой, не знаю. Давайте что ли примем. В меня уже просто не лезет зелье. Ну ладно.
Ребята? Вы где? Ты в порядке? Огромное спасибо. Я готовлю корабль к возвращению домой. Ну хоть что-то хорошо. Скажи боссу своему, что он дебил просто страшный. Еще раз спасибо за помощь. Я уверен, что Армил отблагодарит тебя должным образом. Ну да, втыку мне дал. Представляешь? Обалдеть вообще. Благодарность называется. Так, Армил, выходи. Армил. Рулетиков нет. Так, кстати. Игра упала. Отлично. Так, ну и продолжаем. Чё-то игра себя плохо почувствовала. Ты как, братюнь? Ты на меня не сильно злишься? Я ж пошутил. Подумаешь, стрелу в сердце. О, слава богам! Эта ужасная женщина постоянно угрожала мне. Она говорила, если я не скажу, где сокровища, то она бросит меня рыбам-убийцам. Кто они вообще такие были? Боюсь, это все моя вина. Они захватили плавучую таверну из-за меня. Последнее время дела шли плохо, поэтому я сочинил одну сказку. Я выдумал легенду о золотом галеоне, статуэтке из чистого золота, спрятанной на корабле его предыдущим владельцем. Тогда мне казалось, что это хорошая идея. Я думал, эта легенда привлечет сюда как просто любопытствующих обывателей, так и искателей приключений. А что плохого? Пока они тут, ведь пропустят рюмку-другую. Как я запустил эту утку, мои дела пошли в гору. Очевидно, я заблуждался. Это была ужасная идея. Я рад, что никто из посетителей не пострадал. Мне бы не хотелось, чтобы их кровь была на моих руках. Извини, я заболтался. Тебе лучше спуститься вниз и отдохнуть, пока мы не прибудем в доки имперского города. Вообще-то я посетитель, и я пострадал. Меня тут били, я свои стрелы тратил. Ты мне восполнишь как-нибудь? Потери нет? Благодаря тебе нам удалось избавиться от них. Если бы здесь не было тебя, даже думать не хочу об этом. Селену, ты вообще знаешь? Я решу вопрос с телами убитых, когда мы прибудем в имперский город. Пусть это не волнует тебя, друг. Отлично. Пожалуйста, иди отдохни. Ты пока стрелы себе выковыривай, ладно? Извини, что так получилось. Ну ты понял. Козел. Все-таки, по-моему, он на меня обозлился. Так, ну с этим мужчиной импозантным мы не будем тут, пожалуй, ночевать. Давай проваливай отсюда, бандос. Все, спать нафиг. Ну, я не знаю, давай пару часиков поспим. Потому что чего уж больно-то. Плавучая таверна прибыла в имперский город. Нужно поговорить с Ормилом, прежде чем сходить на берег. Отлично поплавали, называется. Такая пиратская серия. Тела убрали, пока мы тут. Хорошо. Чего отковырял? Молодца. С пробуждением? Я не хотел беспокоить тебя. Полагаю, тебе интересно, что с Селеной? Власти имперского города сняли ее с корабля, как только мы пришвартовались. Мне сказали, что за ее голову была назначена награда. Вот, держи. Только не трать все сразу. Ну, разве что в моей таверне. Конечно, пусть такого, я сюда приду еще. Целых 75 золотых, обалдеть. Она была жестокой женщиной. Я рад, что ее больше нет. Но все равно жаль.
Фу, да уж, прощай, поплавали. Друг мой. Прощай, прощай, друг. Поплавали так поплавали. Так, ну и что, нам нужно как-то тут найти серого лиса? Обалдеть, конечно. Еще одна монетка, и я смогу купить пару ту. Да уж обойдешься, извини. Про серого лиса. Это лишь, конечно. Понятно. Да пребудет с тобой благословение Джулианоса. Ну, неплохо так поплавали, надо сказать. Ну и что, давайте на этом завершим эту серию. Мне сейчас нужно будет разобраться, что-то у меня такое почему вылетело. Как бы там ни было, серия получилась достаточно интересной. Мне понравился этот квест, он был забавный. Особенно забавно, как он разрешился, когда мы нашпиговали стрелами самого главного босса местного. Ну, короче говоря, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.